Дорогие друзья, ну что ж, осталось 6 кубков. Господи, как я волнуюсь. Я реально сидел, старался, тут апал. Такие топовые каточки были, вам просто не передать. Были моменты, где я не понимал, как будто, знаете, люди специально сливаются. Вот как вот, смотрите, вот тупо одни френки. Потом было, что тупо одни приматы. Сейчас я вам покажу, вот где-то был этот, что... Вот, смотрите, одни приматы практически. Короче, было... Очень сложно, но я вроде как выпрямил свои руки и вроде как, ну, стал лучше играть. Вот сейчас посмотрите, надеюсь, что сейчас затащу. И, наконец-то, мы поставим жирный крест на Барли и все. И больше я к нему на данный момент касаться не буду. Дальше буду заниматься, ну, апать какого-то другого юнита. И, ну, давайте про другого юнита поговорим уже тогда, когда я сделаю 500 кубков. Я вас умоляю, поддержите меня Лукасом. Я знаю, вы, если поставите много лайков, я буду безумно рад, а вы можете это сделать. Ставьте лайк, подписывайтесь, если на канале впервые, и усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, рекламная пауза, и поехали апать Барли. А спонсором этого ролика является компания 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, то у них этого добра хватает. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты, а также по моему личному промокоду ты получишь еще больше бонусов. Вся полезная информация в описании и в закрепе в комментах. Так, друзья, я готов. Фух, я не знаю, реально поддержите, вот поддержите прям срочно. Поехали, и приходите сегодня вечером на стрим, я до конца марта на стриме раздаю деньги. Но деньги я раздаю в чате VGamers, друзья. Ссылка будет в описании, вам нужно скачать приложение и зарегистрироваться, обязательно. Обязательно нужно зарегистрироваться, просто так не вступайте в чат, если не зарегались. И приходите на стрим, я буду заходить в этот в чат, вы будете скидывать свой киви, я буду вам скидывать деньги. Если вам реально нужны деньги, я вам их переведу. Я вчера, позавчера раздавал деньги, приходите сегодня буду. Только пожалуйста, ребята, зарегистрируйте новый аккаунт, я вас очень прошу. Даже если вы уже и участвовали, вот допустим, вы уже давно участвуете и получали деньги от меня, ну, пожалуйста, не поленитесь, сделайте еще один аккаунт. Мне надо там добить 15 тысяч участников, я вам на стриме уже показывал прайс, чтобы добить ту сумму, которую рекламодатель занес на рынок. Буду вам очень признателен. Ну и, естественно, сегодня вот давайте, кто много аккаунтов создаст, желательно сегодня придите на стрим и напишите никнеймы, сколько аккаунтов и какие ники. Я вот кому-то, одному из тех, кто много аккаунтов создаст в VGamers, я тупо выдам деньги. Все, а сейчас не отвлекаемся. 6 бойцов еще осталось, если сейчас сдохну, это минус 1 будет. Бля, не, ну зачем я полез? Я думал, Фрэнк мне баночку отдает. Минус 1, fuck yourself, ну ничего. 7 кубков, 7 кубков, 7 кубков, 7 кубков. Я сделаю это, все. Я просто сейчас много разговаривал и поэтому мало играл. Поехали. Все, про VGamer все понятно, да, скачивайте приложение. Там, ребята, создавать аккаунты легко, не нужно подтверждения никаких, никакое на почте. Вы можете рандомную почту ввести, там крылмакрылы, собака@gmail.com. Все, и вы создали аккаунт. То есть за 30 секунд вы можете создать один аккаунт. Чем больше аккаунтов... Там, кстати, конкурс проходит среди тех, кто в VGamers вступит. На 10 призовых мест по 360 гемов. Но результаты конкурса будут 31 числа. Среди тех, кто репостнет одну запись. Ну, я об этом 31 числа на стриме расскажу. Стрим будет на Holdic Stream канале. Ссылочка будет также в описании. Так, ладно. Так. Поехали, сейчас надо сосредоточиться. Если я сейчас возьму топ-1, то в принципе это будет сразу же 500 кубков. Но я, конечно, сомневаюсь в этом очень сильно, поэтому... Блин, можно, пожалуйста, не шуметь, а? Прошу вас, пожалуйста. Знаете, что я сейчас записываю видео? Уйдите в какую-то комнату. Блин, просто как назло. Я врубил запись, и все вышли из комнаты и начали шуметь. Я не знаю, вам слышно или нет. Просто реально попросил сосредоточиться, пожалуйста, не отвлекать меня, дайте я доапаю эти 500 кубков. Я, если за все время считать, то я уже где-то месяца два, наверное, апаю. Ну, может, не, ой, ну вру, наверное, меньше, полтора. Ай, опять сейчас минус 2 будет, да ну нах! Просто. Минус 1, не минус 2. Да что происходит, просто жесть. До этого получалось, я тимился, я там с Барли, с динамайками апался. Ладно, 8 кубков, все, ребят, я сосредоточился. Ни слова, а VGamers, поехали апать кубки, все. Меня ничто не будет сейчас отвлекать, я сейчас буду максимально... Вот когда я сосредоточен на катке, я вот нормально играю. Так.
Меня просто то отвлекли, то еще что-то, короче. То VGamers рассказываю, не понимаю. Так, все, теперь я сосредоточен. Сейчас увидите, это же просто будет пушечка. Так, найс. С френками затимимся. С френками затимимся. Надеюсь, Фрэнк меня не будет долбить. Так, хорошо. Так, с... 3 баночки достаточно, 8 бойцов. Слушайте, я пойду сейчас заберу вот эту баночку, никому она не нужна, оказывается. Тогда заберу я ее, это 4-я баночка. Блин. Давай, давай, Фрэнк, я тебе помогу. Я тебе помогу, давай. Я не буду тебя крысить, я тебе помогу, только, пожалуйста, ответь мне взаимностью. Тоже меня не крысь. Да давай, дамаж, я что, сам буду это делать? Динамайк, отлично. Не, ну если Динамайк поможет, то мы, в принципе, можем Фрэнка убить. Просто я сам очкую играть. А вот с Динамайком, в принципе, можно. Ну, смотрите, мы помогли Фрэнку. Ай. Все, все, все. Главное не крысить, все. Очень хорошо, 6 баночек. Нет, нет, Динамайк, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, только не это, Динамайк. Ой-ой-ой-ой, как хорошо, что я в этот момент отошел. Как же хорошо, что я в этот момент отошел. Тупо хорошо. Фух, жесть, вы видели? Вы видели, как Тара внезапно с кустов вы... Ну, это везение, это тупо, я считаю, везение. Это везение, друзья. Так, все, уже пятым сдохну будет плюс один, но надо топить. Ой, Тара с ультой, ой, Тара с ультой, ой, с ультой Тара, ой, очкую, о, хорош, хорош. Ой, куда, куда? Куда? Так. 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 Так, 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 так. Есть, есть, есть. Все, 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 все. Куда, 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 куда? Сдохнет. Все, туда забрасываем ульту. Мне надо Динамайка убивать. Чувствую, он меня закрысит. Так. Давай, давай. Я не могу. Я тупо не могу. Тупо рак. Все. Ну давай, давай, топ-1, топ-2, 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 6 кубков. Фух, фух, ребята, 2 кубка, да, осталось? 2 кубка. Все, 2 кубка, 2 кубка, я сделаю это. Просто одна ошибка и может быть минус 7. Вот самое главное сейчас без ошибок все сделать, все четенько, все грамотно, все, все прям, чтобы все было как прописано. Так, ну что ж, погнали. Погнали, погнали, все, надеюсь, сейчас все будет нормально. Ну, по сути, это сколько, это... Надо 4-е место, походу, взять, да. 4-е место и... Не, стоп, 4-е... Да, 4-е это место плюс 2, 5-е место плюс 1. Либо 2 раза взять 5-е место, либо 1 раз 4-е. Фух, ну я постараюсь. Я постараюсь. Так, 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 так. Шелли. Все, надо максимально сосредоточиться. Так, робот, уходим, 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 чтобы... Самое главное, самая главная задача, это чтобы к вам не прицепился робот, чтобы не сагрился на вас робот. Это, точнее, на меня. Это самая главная цель моя. Блин, ну надо как-то постараться, слушайте, как... Пока что я не чувствую себя уверенно, я ни с кем не затимился, мне уже стрёмно, ну хотя бы 2 баночки уже взял, уже попроще. Так, сейчас убиваем Шелли, отлично. Даже если сейчас сдохнут, это будет минус 4, но уже не минус 7, да? То есть уже как-то чуть-чуть поспокойней. Так, хорошо. Ой-о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 й. Вот это было сейчас стрёмненько немножечко. Так, все. Мне надо с кем-то затимиться. Блин, очень-очень стрёмно. Главное, чтобы сейчас возле меня робот не появился. Это, блин, самое главное. Так, давай, Ворон, давай, я помогу тебе. Давай, Ворон. И мы можем окружить Леона и, в принципе, забрать его. Давай. Давай, 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 давай. Все, все, Леон, Леон в ловушке, все. Так, там тоже какая-то толпа. Все, 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 ребята, давайте с вами затимимся кто-нибудь. Блин, кто-нибудь. Куда-нибудь, кто-нибудь, куда-нибудь. Так, ну, Леон, сдохни уже, а. Так, Леон уже, походу, сдох, да, отлично. Теперь я сейчас буду убивать быка. Сейчас буду убивать быка. Блин, я боюсь, что кто-то меня тут закрысит сейчас. Шелли, господи, что там происходит? Просто жесть. Просто жесть. Я не знаю, что там происходит, как быть сейчас. Это очень сложно. Так, 7 бойцов еще. Блин, я не знаю, что делать.
Я не знаю, что делать. Это жесть, стрёмно. Ай, сдохте. Шесть бойцов. Если я умру, это минус один. Помогите. Заберите робота. Фух. Пожалуйста, мне надо умереть четвертым. Блин, хоть бы это была последняя катка. Ну. Я умер четвертым. Да, скажите, я четвертым был. Да, все отлично, плюс 2, ровненько просто. Все, выпрямил руки, ровно 500 кубков. Вот так вот, мне понравилось на этой карте играть. Короче, приходите сегодня вечером, продолжу. Давайте теперь выберем, вот смотрите, это плюс теперь к персонажам, которые на 500. Ну, получается нам примат, да, у меня следующий. Тара, рикошет, кольт. Да, в принципе, любого можно, абсолютно любого выбирайте. Будем поднимать. Ну что ж, наконец-то я могу отправить в архив этого человечика и больше на него не возвращаться, потому что, ну, намучился я с ним очень много, наконец-то это мучение завершилось. Слушайте, ну, реально, до этого были еще крутые катки, я считаю, что отыграл я нормально, и я постарался. Было интересно, реально, было интересно, с роботом Барли я ахнул. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь, приходите вечером на стрим, обязательно создавайте новые аккаунты VGamers, и сегодня VGamers в чат зайдете, скажете, сколько создали аккаунтов, желательно ники написать, если кто-то постарался, потрудился, прям вот отправлю ему денежку. Заходите вечером на стрим, ссылка на стрим в описании, на VGamers также, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Скоро увидимся, пока.